Всем доброго дня, друзья! Сегодня мы готовим самый правильный, самый вкусный витаминный салат. Сначала мы подготовим с вами все овощи, а потом быстро все это накрошим. Итак, начнем! Подготовили мы овощи, теперь будем нарезать. Огурчик обязательно почистите. Редиску я нарезала очень тоненько. Мне больше нравится, когда она тоненько нарезана. Помидоры покрупнее. Черри я разрезала пополам. Взяла зеленый лук, укроп, петрушку, кинзу, все что угодно. Нарезала тоже мелко. Яйцо нарезала покрупнее. Присолила. Ну вот и все. Теперь просто размешиваю салат и добавляю сюда сметану. Все, наш салат готов. Приятного аппетита! Витаминный, полезный. Здесь и жиры, и белки, и углеводы, и волокна, и клетчатка. Все, что угодно. Подписывайтесь на канал. Всего доброго вам, друзья. Удачи. Пока-пока.